Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очередной ремонт в нашей технической рубрике. Мы будем подключать Wi-Fi бустер. Вы уже видели в одной из серий, как мы его тут заливали эпоксидкой и ремонтировали. А сегодня мы решили его поставить на мачту. Вроде задача достаточно нетривиальная. Ну, поставили и поставили. Но оказалось все не так просто. Раньше он у нас находился на арке. Солнечными панелями. Но качество приема нас не очень устраивало, поэтому мы его решили поставить на мачту спереди. Предполагаемое место, куда мы решили поставить антенну, находится над радаром. Чем выше будет стоять антенна, тем лучше и дальше будет качество приема. Но проблема в следующем. Как бы мы ее ни ставили, допустим, вот сюда, вы видите, что крепления не хватает, потому что антенна не прилегает к мачте. То есть нам ее нужно поставить на каком-то расстоянии. Соответственно, кронштейн, который родной, нам не подходит. За 20 американских долларов мы изготовили следующий кронштейн. Такой кронштейн. Вы видите, что он, естественно, кривой, но мы потом выровняем, потому что все-таки на заклепках его можно будет немножко провернуть. А здесь нужно будет высверлить мачту и в мачту на таких же заклепках просто три штуки поставить. Нам его изогнули, и выглядеть он будет следующим образом. То есть мы его ставим на мачту, чуть-чуть подогнем, и дырки, которые вот здесь есть, мы просверлим в мачте и на каком-то расстоянии этот кронштейн поставим. То есть у нас есть вот дырочки, у нас есть кронштейн, и вот так вот сверху на мачте мы его ставим. Будет расстояние, как вы видите, между антенной и мачтой, и вот так мы его будем крепить. Но в мачту нам нужно будет еще провести Ethernet кабель, потому что питание данного устройства идет по Ethernet, называется PPPoE, то есть питание по Ethernet кабелю. Как говорят у нас в Дании, успех — это 50% подготовки. Мы готовимся, у нас есть антенна, которая висит вот так вот незатейливо на шнурках, дрель, в кармане шнур, привязан мессенджер. Дрель привязана. Также в карман мы насыпаем заклепки. А с другой стороны вставляем заклепочник, чтобы у нас все было абсолютно под руками. И берем вот эту штуку. Короче, задача — залезть на мачту, ее к мачте прицепить, сюда провести Ethernet, Ethernet провести через всю мачту, тут его внизу выловить, потом завести вот в эту коробочку. И я не хочу лазить 20 раз на мачту, я хочу сделать это один раз. Сверлимся. И потом сюда будем пихать заклепки. А пока немножко пейзажи. Вот увидите мели. Столько мелей, ужас. Да. Вот такая вот история здесь с камерами. Короче, сверлимся дальше. Как это все выйдет? А теперь сюда мы будем одевать, собственно, саму антенну, которая у нас вот висит. Вот антенну одели. Закрутили, шнур подали. Теперь наша задача — завести шнур вот в это отверстие и спустить вниз по мачте.
Такая вот у нас забавка. Так, вот мы сейчас сюда, вот мы вправили сейчас сюда шнурок. Этот шнурок называется мессенджер, то есть по нему мы будем проводить кабель. Сейчас задача Дины внизу мачты. Этот шнурок с гаечкой найти. Сверху мы привяжем сюда Ethernet и просто его спустим в самый низ, вот просто вытащим его из мачты и все. О, класс! Вытаскивай. Все, теперь сейчас я здесь сверху подвязываю шнурок и надо будет его плавненько вынимать. Едем вниз. Это Ethernet. Он будет подан теперь сюда. Вот так вот. И на мачте у нас уже установлен Wi-Fi бустер. А теперь осталось этот Ethernet воткнуть в роутер. Теперь открываем потолок. Так вот, и сейчас сюда будем вставлять Ethernet. Разъем вот этот PPP-OE. Вот сюда мы включаем Ethernet. Ну и соответственно питание. И все, проверяем, все горит. Теперь вот эту вот штуку мы берем и собираем обратно. Проверяем, включаем питание, ну и ждем какое-то время. Так, вбиваем айпишник. Вот! Вот оно! Смотрим, что тут рядом есть. О, вот какое количество. Сюда добивает даже Марина. Это фиг знает откуда. Ну, правда, с силой сигнала. Один. Яхт Клаб Сервис. Один. Короче, здесь прекрасно можно что-то ловить. Работает. Друзья, спасибо за то, что были с нами на нашем канале, за то, что смотрите нас. И в следующей технической рубрике мы будем показывать вам что-то опять интересное. Поэтому подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и до встречи в море, ну или как минимум в бухте.